Рябины плоды. Состав: 1 пачка содержит плоды рябины 100. Фармакологическое действие: благодаря высокому содержанию витаминов настой плодов рябины оказывает общеукрепляющее действие на организм. Обладает также диуретическим, гипотензивным и желчегонным свойствами. Показания к применению: профилактика гипо- и авитаминозов. Способ применения: около 10 граммов плодов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают внутрь 2 раза в день после еды, взрослые и дети старше 12 лет, по 1/2 стакана. Дети от 6 до 12 лет, по 1/4 стакана. Дети от 3 до 5 лет, по 2 столовые ложки. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. Побочные действия: возможные аллергические реакции. Противопоказания: детский возраст до 3 лет, повышенная чувствительность к препарату. Условия хранения: комнатная температура. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.